Я вообще иногда не понимаю, что у нас происходит. Понятно, что Greenpeace — это не очень простая организация. Там, за ней там много подводных течений, непонятно организаторы, кто получает какую-то выгоду от того, что на какие-то проекты наезжают, на какие-то не наезжают. Но тем не менее, они же говорят, что это было пиратство, захват судна. Конечно, смешно. Это люди, которые хотели выразить свое отношение. Поэтому слишком жестоко. Оштрафовать надо было, там 5 суток дать и отпустить. Тем более тот негатив, который мы получаем на международной арене, это тысячи людей, которые выходят к посольствам в России с транспарантами там, и так далее. Лучше бы этого не было. Мы тратим сотни миллионов долларов на создание благоприятного имиджа России, и вот такими вот ерундой разрушаем полностью эти все усилия. Так что я за то, чтобы их отпустили побыстрее.